Казахстане стартовала пробная ЕНТ. До 1 февраля во всех регионах страны тестирование пройдут 120 тысяч человек. Экзамен смогут сдать не только ученики 11 и 12 классов, но и абитуриенты с аннулированными результатами ЕНТ прошлого года, а также студенты, обучающиеся по творческим образовательным программам, которые хотят перевестись на другие специальности. Школьники говорят, что волнение есть, но с ним легко справиться, ведь главное – тестирование пройдет летом. В школе по Казахстан тарихи нас очень хорошо готовят, а так каждый ученик сам ходит на курсы и там сам готовится. Или самостоятельно. В принципе, пришли 50 на 50 вопросы, к которым я готовилась, и те, которые я впервые вижу, например. В Алматы тестирование проводится с 20 по 30 января в 5 вузах города. В Казахском национальном педагогическом университете имени Абая планируют сдать экзамены порядка 2000 человек. Вопросы по 5 предметам – это история Казахстана, математика, грамотность чтения и 2 профильных предмета. Участникам дается 120 тестовых заданий, и пробные ЕНТ сдают платно, стоимость 2242 тенге. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на ЕНТ уделили особое внимание. Участников запускали через баррикадные ленты по очереди в аудиториях на 150 человек. Количество мест сократили до 30. Родителям и учителям присутствовать на ЕНТ запретили. ЕНТ будут сдавать ежедневно по 11 групп. Для этого мы подготовили 12 аудиторий. Одну аудиторию как резервную. Кроме того, если вдруг у кого-нибудь из сдающих выявят симптомы коронавируса, то этому человеку не разрешат сдавать экзамены, пока он не выздоровеет.